Привет, Галка. Ой, запыхалась. Привет, держи. Спасибо. Как ты себя чувствуешь? Мы чувствуем себя замечательно. Пузатики. Да. А Гоша где? Наш заботливый папашка дома сына спать остался укладывать. Смотри. А, класс. Слушай, красивая ты какая. Ты читай дальше. Перевод Нины Третьяковой. Ой, ты такая молодец. Ты такая умная. Ну, долго вы там стрекозы болтать будете? Идем, мамуль. Сейчас все остынет. Быстренько руки мыть и за стол. Все, мы бежим. Идем, мам, идем сейчас. Ай, ну молодец. Дариды, дочь, ему всех нимф милее, когда-либо рожденных в пышной пене. То Галатея прелесть грации ей Венера подарила в упоении. Все? Молодец. За тебя, солнышко. За твой первый гонорар, сестренка. Мы все так тобой гордимся. Моя сестра знаменитая писательница. Надо же, а? Галка, ну сколько раз тебе говорить? Я не писательница, я всего лишь переводчик с испанского. Да ерунда это все. Это уже детали, знаешь. Гонорар нормальный платит и хорошо. Кстати, ты уже придумала, на что денежки потратишь? Да, я хочу поехать в Испанию посмотреть Гауди. Чего? Ну, Гауди – это такой известный испанский архитектор. Он в Барселоне очень много зданий построил. А вообще, мам, я так счастлива, так счастлива. Ой, доченька, скажу тебе честно, не в книгах счастье. Ну, а в чем, мам? В семье, например. Ну, опять ты за свое. Ну, что значит опять? Вот ты посмотри на Галочку, а? Мальчишечка растет, девчонка на подходе, муж замечательный. И работа от нее никуда не убежала. Ну, а ты что? Ты что хочешь на старости лет? С этой книжной макулатурой под подушкой спать? Мам, ну опять ты начинаешь. Ты прости, конечно. Тебе нужно замуж и рожать, рожать. Рожать, рожать. Мам, ну не в муже же счастье. Ну не в муже, так в детях. В семье все равно. Ой, Нинка, я иногда думаю, вот зря ты в эту свою науку подалась. Тебе бы лучше... Мозгов поменьше, а счастья женского побольше, да? Повышенный интеллект, я тебе хочу сказать, еще ни одну женщину не украсил. Тебе оглянуться нужно, Ниночка. Мужчину тебе нужно нормального. Мам, да ну мне не нужен нормальный. Мне нужен любимый. Где ты этих-то любимых-то найдешь? Я жизнь прожила. Мамуль, ну не начинай, пожалуйста. А я вообще тебе хочу сказать, как медик. Если женщина до 30 лет не родила, все. У нее начинаются серьезные проблемы со здоровьем. По-женски. Может, тебе провериться? Мам, да ладно тебе. Ну, а что такого? Ну, что не, ну серьезно. Ты маму хоть раз послушай. Давай я тебя к нам в клинику запишу, пока в декрет не ушла. У нас там хорошо. Самые лучшие специалисты работают. Хорошо, хорошо? Если хотите, я могу пойти проверить. Даешь слово? За здоровье. За здоровье, да. И за моих будущих внучков. В общем, спасибо. За женское счастье. Давайте. Я больше не могу. Ну а что гинеколог сказал? Сказал, со здоровьем все хорошо, но... Здрасте. Биологические часы, конечно, игнорировать не стоит. Ну, конечно, естественно. И что ты планируешь делать? Галь, ты опять начинаешь мамину политику? Не начинаю. Я не хочу выходить замуж только потому, что все так делают. Я не хочу терпеть мужа, понимаешь? Ой. Я хочу жить с любимым человеком. Ну, а ребенка ты хочешь? Ребенка хочу. Очень хочу. Так где ж его взять-то? Слушай, а может, этот твой Юрий Борисович поможет? Нет, Юрий Борисович, ты что? Нет, неудобно. Слушай, Нин, так может, ты у нас ЭКО сделаешь? Это даже сейчас модно стало. Я тебе такого донора подберу, Брэд Питт отдыхает. Ну, в самом деле. А что, я зря, что ли, в лаборатории работаю? Ну? Нет, сестренка, я как-нибудь уж по старинке. Дешевле обойдется. Ладно, мое дело предложить. Ну, если что, результат гарантирую. Глазом не моргнешь, забеременеешь. Пошли.
Юленька, придется вам прийти ко мне еще один раз. Потому что вот этот абзац, он никуда не годится, ну и первый тоже вам придется переделывать. Да, хорошо. Здравствуйте. Нина, ты? Да. Юленька, придите ко мне завтра после пар. Я поставлю вам зачет. Хорошо. До свидания. Ниночка, чем обязан? Прекрасно выглядишь. Новый галстук тебе идет. Ну да, жена, то есть, купил новый. Может, чаю зеленого с жасмином, как ты любишь? Ты помнишь, это приятно. Как-то странно. Мы совместную работу закончили, книга издана, и вот ты здесь. А я думала, ты будешь рад меня видеть. Мне кажется, наши отношения пришли к своему логическому завершению. Ну да, наверное, ты прав, да. Юр, послушай, Юра, у меня только есть к тебе одно предложение. Да. Я бы даже сказала, просьба. Я весь внимание. Я хочу стать мамой. Прекрасно. Юр, сделай мне ребенка. Юр, да, я понимаю, что это звучит странно, но… Ну что ты так нервничаешь? Я же не жениться предлагаю. Мне нужен только ребенок, никаких обязательств, никаких элементов, ничего. Нина Леонидовна, вы с ума сошли? Вы подумали, что вы мне предлагаете? На что вы меня толкаете? Я, между прочим, женатый человек. Юр, мы с тобой знаем, что ты не святой, что ты ходишь от жены направо и налево. Но что тебе стоит еще один раз по старой памяти? Нина Леонидовна, хожу я куда-то или нет, это, извините, сугубо мое личное дело. Я надеюсь, вы не собираетесь этим меня шантажировать в надежде заполучить ребенка. Ребенок – это, извините, не собачка, поведение которого можно контролировать. Он вырастет, рано или поздно придет ко мне. В надежде получить отцовскую заботу, поддержку. Оно мне надо? Нина. 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 Давай по-честному. Без обид. Наши отношения для меня давно пройденный этап. Я не хочу, чтобы нас с тобой хоть что-то связывало. Тем более, если это что-то может поставить под угрозу мои семейные отношения. Ты поняла? Да, Юр. Я все поняла. Умница. Нина Леонидовна, что-то случилось у вас? Нет, нет, все хорошо. Угу. Алло. Привет. Привет, сестренка. Галя. Я согласна на ЭКО. Да ты что? Решилась на ЭКО? Ну, молодец.
Только пусть все получится с первого раза, ладно? На второй мне просто денег не хватит. Слушай, ну ты, главное, не беспокойся. Мы все сделаем по высшему разряду. Я тебе такого донора, такого Шумахера найду, ты просто вмиг залетишь. Ой, в смысле, извини. У нас все с тобой получится. Точно? Ну, конечно. Ой. Дорогой, прости, опять ничего. Да. 3 года. 3 года в браке и ничего. Слушай, может быть, давай покажемся врачам? Милый, давай наберемся терпения. Многие пары по много лет не могут завести детей. Потом благополучно рожают. Ну, давай потерпим еще. Но ты же знаешь, как я мечтаю о большой семье. Как я не хочу жить в этой квартире. Я хочу жить за городом в большом доме, с камином и с большой собакой во дворе. Милый, я всем сердцем разделяю твое желание иметь детей. Но раз ты так хочешь, давай мы пройдем это медицинское обследование. Будь по-твоему. Хорошо. Да-да. Отсутствие детей – это современная проблема. Ну что же... Ваши анализы, юные леди, у нас уже есть. И у вас все хорошо. Спасибо. А вот вам необходимо пройти несколько специалистов. Вот список. И если вы, Валерий, готовы, то моя... Помощница в приемной вам все объяснит. Хорошо. Пойдем, дорогой. Марина Владимировна. Да? Задержитесь, пожалуйста. Я хотел бы с вами поговорить. Да, я вас слушаю. Я изучил результаты ваших анализов. Кому скажи, не поверят. Слушай, 18 мужиков уже проверил, и ни одного живчика, представляешь? Все какие-то велотекущие. Кошмар. Да? Да, Светлана Викторовна. Хорошо, поняла. Пошли. Там еще одного вялотекущего ведут. Ну, пошли посмотрим, кого там нам привели. Ну и где наш очередной вялотекущий? О. Девочки. Девочки. Добрый вечер. Добрый. Оставляю вам на попечение нашего клиента. Поделикатнее, пожалуйста. Угу. Всего хорошего. До свидания. Вы у нас, наверное, впервые, иначе бы я вас запомнила. Да. Пойдемте? Пойдемте. Интересный экземплярчик. Вы абсолютно здоровы. Вы это уже говорили. Я рада. Так, значит, дело в моем муже? Не совсем. Дело в противозачаточных таблетках, которые вы принимаете. В вашей крови обнаружены следы гормональных препаратов. Скажите, вы так уж сильно не хотите детей? Скажем так, хочу, но не сейчас и не от этого человека.
Но вы же понимаете, что я вынужден все рассказать вашему мужу, Марианна Владимировна. Доктор, возьмите. Я вас не понимаю. Вы все прекрасно понимаете. Если бы вы изначально хотели рассказать о моей, скажем так, маленькой шалости мужу, вы бы это сделали. Поэтому, доктор, возьмите. Скажите мужу, что прошу, и обещаю, мы никогда больше с вами не увидимся. Дожила. Я вам сочувствую, но ничем обрадовать не могу. Но... Валерий Викторович, вы меня слышите? Да-да, я вас слышу. Извините, но я хотел убедиться, что вы услышали. У меня никогда не будет детей в связи с нарушением репродуктивной функции. Мне очень жаль, Валерий Викторович. Ну, смиритесь. В конце концов, можно воспитывать и приемного ребенка. У вас кетчуп. Простите, что? У вас кетчуп. Спасибо. Ну что, девчонки, рабочий день закончен, пора и по домам. Я еще не иду. Не сиди тут долго. Если их там нет, уже не вырастут. Ладно, идите, шутница. Пока, Галочка. Пока. Ух, ничего себе. Вот это Шумахер. Как тебя зовут, Шумахер? Уваров Валерий Викторович. А что, Валерьевич, очень красивое отчество. Да? Галина, а образцы биологического материала Уварова у вас? Да, Ян Карлович. Анализы Уварова уже готовы. Ну, утилизируйте их. Как утилизировать? Вы меня слышали? Да, хорошо. Угу. Ну уж нет, так дело не пойдет. Негоже такому добру пропадать. Алло, Ниночка, я, кажется, нашла нам папашку. Пойдешь погулять, а? Чего ты целый день в четырех стенах сидишь? Не хочу. Почему? Сыночка. Потому. Иди ко мне. Ну, Степушка, ну пойди. Погуляй. Не хочу. Не хочет он. Опять во дворе без отцовщины дразнит. Опять. Как вот если взрослым я могу объяснить, как ребенку объяснить, что не у всех папы бывают? А ведь я тебя предупреждала, что так и будет. А дальше еще хуже.
С девочками-то оно проще. Хотя тоже тяжело. А вот мальчику. Мальчику пример для подражания нужен. Я понимаю, мам, что нужен. Но где его взять-то? Заболошная ты у меня. Послушал бы раньше маму. Мужчину бы хорошего нашла себе, замуж бы вышла. А не бежала это дурацкое эко делать. Сейчас бы такого не было. Так и Степки бы тогда такого не было. Правда. Ай, Ниночка, как мы дальше будем жить? С твоими переводами то густо, то пусто. А про мою пенсию и говорить не приходится. Да ладно, мам, прошу. Вот если бы муж был у тебя. Да, милая моя. Ну, нет у меня этого спасательного мужа. Ну что, пропадать, что ли? Я что, зря экономические курсы закончила? Придумаем что-нибудь. М? У нас все получится, вот увидишь. Открою. Хорошо. Тук-тук-тук. Можно? Здравствуйте, Николай Васильевич. Здравствуйте. А что это у вас дверь нараспашку? А вот вас ждали. А это вам. Ой, право, неловко. Ну, вы же уже приносили вчера. Ну, приносил для вас, а это для Степана. Спасибо. Степа! Иду, иду! Алло, добрый день. Степочка, иди сюда. Я по объявлению звоню. Привет, дядь привет, Коля. Привет, привет, привет. Это тебе. Пойдешь со мной гулять? Пойду. Спасибо. Здравствуйте, Ниночка. Здрасте, дядь Коль. Я заберу на пару часиков Степана погулять в парк. С вами хоть на край света. Спасибо. А то все мои мужики с внуками, а я один не пришей, кобыль хвост. Одевайся. Может, вы с нами, Катенька, в парк? Да нет, ну что я в мужской компании делать буду? Большой, вы лучше на обратном пути на чаек заходите. Бабуль, дай. Я заварила ромашковый. Спасибо, обязательно. Ну вот, Степан, давай. Ты у нас большой, я взрослый, большой. Молодец, молодец. Большой ты мой, ты когда свою голову оставишь в покое, ты так себе все волосы стряхнешь. Не стряхну. Дядя Коля, а почему бабушка маму заполошенной называет? Заполошенная? Ну, это значит умная. Ладно, мудрец, пошли гулять в парке. Ну, давайте, счастливо. Пока. Хороший он, дядя Коля, да? Хороший. Вот мужчина, который может погулять с твоим сыном. Конечно, жаль, что он только на 2 недели приехал. Вот побудет немного и опять на полгода в свое Баренцево море. Мам, ну что ты так вздыхаешь, а? Между прочим, пока вы тут разговаривали, я на собеседование записалась. В одну очень крупную строительную компанию. Ты хоть сама в это веришь? Да. Им переводчик с испанского нужен. Да. Мать-одиночка. Наше сумасшедшее время. Мам, все будет хорошо. Правда. Поживем и увидим. Ну что ж, должна признаться, вы нам идеально подходите. И последний вопрос. Вы замужем? Дети есть? Я не замужем, а ребенок у меня. А вот об этом говорить не обязательно. Конечно, если вы хотите здесь работать. Но вы же меня понимаете. Да-да, я вас понимаю. Вы приняты. С завтрашнего дня можете приступать. Огромное вам спасибо. До свидания. Мамуль, посмотри, вот это хорошо будет. Для первого дня. Мне кажется, нужно что-то потемнее и построже. Мам, ну ты что такая грустная опять? М? Я за Степку волнуюсь. С твоей новой работой ты его будешь видеть крайне редко. А мальчишка и так растет без отца. И маму не будет видеть вообще. Мам, да не переживай ты так. Хватит у меня времени и на работу, и на сына. Дай-то Бог. Ну вот этот, мне кажется, ничего. Хорошо? Скромно и со вкусом.
Мне кажется, хорошо. Так, ну вот. Это твои хоромы. Располагайся, осваивайся пока. С сотрудниками сама познакомишься. Кабинет кактуса там. Кактус? Ну да, Валерия Викторовича, шефа нашего. Так, что же я хотела тебе сказать? А, обед у нас с часу до двух. Сразу предупреждаю, шеф не любит, когда хомячит на рабочем месте. У нас для этого есть специальная комната. Так, ну все, вроде бы все сказала. Ладно, я пойду. А то шеф не любит, когда мы шатаемся без дела. Надь, а почему вы шефа кактусом называете? Кактусом? Ну, я думаю, ты сама поймешь позже. Здрасте. И о кактусе. Ой, колючий, зараза. Валер, выкинул бы ты этого своего колючего монстра, а? Слушай, давай я его побрею. Этот монстр стоит дороже, чем твоя машина. Ты забыл, что нам его поставщики подарили? Специально из Мексики заказали. Кто знал, что он так разрастется? Хоть бы раз зацвел для приличия. Мне кактус не мешает. Кстати, как там обстоят дела с помощником со знанием испанского языка? Так что, объявление дали? Вроде уже нашли. Чем быстрее отдел кадров найдет нам специалиста, тем лучше. Без него мы не можем начать переговоры с нашими испанскими коллегами. Главное, дружище, не избавься от нашего нового специалиста, раньше он приступит к работе. Не понял, что ты имеешь в виду? Просто я хотел тебе сказать, что все твои предыдущие помощницы не выдерживали тебя больше месяца. Разве не так? После развода твой характер окончательно испортился, Уваров. Да, и не спорь со мной. Это тебе как лучший друг говорю. Тебя послушай, так я монстр вообще. Ты не монстр. Ты кактус. Ну сколько можно? Наденька, а почему вы не перенесете кофемашину в общую комнату? Это же неудобно. Конечно, неудобно. Но дело в том, что надо идти к кактусу, просить. А это нереально. Но в чем проблема? Можно же и попросить. Как бы вам помягче сказать? Валерий Викторович – великолепный специалист в плане работы, но, боюсь, простые человеческие проблемы ему напрочь чужды. Ну, попробовать-то можно? Наденька, ну, конечно же, вы можете попробовать. Но мой долг вас предупредить. Хватит запугивать новенькую. Ниночка, проходите, берите кофе. Сахарок у нас тут осторожней, есть. Спасибо. Осторожней, осторожней. Осторожней. И не забывайте о коньяке. Валерий Викторович, это Нина, наш новый переводчик. Вы просили позвать. Да, спасибо. Угу. Добрый день, Валерий Викторович. Здрасте. Перевод этого контракта на русский язык мне нужен к концу дня. Ну, я боюсь, что я не успею перевести все это до 6 вечера. И, судя по объему, рабочего дня не хватит. Ну, так задержитесь. Или у вас есть какие-то более важные дела, чем новая работа? Нет, конечно, нет. Очень хорошо, что мы друг друга поняли. Вы свободны. Что? Разрешите попросить вас об одной бытовой услуге? Рискните. Можно перенести кофемашину из комнаты отдыха в общую комнату, а то неудобно бегать с кружками туда-сюда. Вам не кажется, что забота о кофемашине не входит в круг ваших обязанностей? Вы контракт переводите?
Да, конечно. Просто японские ученые доказали, что производительность труда повышается на 20%, если в офисе стоит кофемашина. Спасибо за информацию. Я приму это к сведению. Японские ученые, а? Кира. А Степочка тебя ждал. До победного. Чуть не уснул на полу среди своих игрушек. Никак не хотел засыпать без тебя. Мам, ну это было исключение из правил. Первый рабочий день. Вот увидишь, завтра я приду вовремя. Свежо предание. Только верится с трудом. Ты на часы-то смотрела? Ну что вы, давно надо было перенести кофемашину. Отлично. Молодец, Нина. Молодец. Браво, спасибо! Нина, какая же Нина, спасибо! Как ты смогла его уговорить? Спасибо тебе большое! Как тебе это удалось? Бабушка, почему меня мама не забирает? Мамочка на работе, Степонька. Давай шапочку наденем. Пошли. Все это кончится. Не понимаю. У меня ощущение, что ты решила на работе жить. Прошу тебя, ну поговори ты со своим шефом. Ну объясни ему, что у тебя ребенок есть, что ты целыми днями его не видишь. Ты утром уходишь, Степочка еще спит. Приходишь вечером, он уже спит. Ну неужели он не понимает, что у тебя должна быть своя личная жизнь? Мам, ну я не могу уйти раньше, чем шеф. Он без меня ни одного испанского документа прочитать не может. Что он торчит на этой работе? У него что, семьи своей нет? Говорят, холостой. Впрочем, него я, мам, не спрашивала. Может, симпатичный? Симпатичный, мам, очень симпатичный. Ты все шутишь? Шучу, моя дорогая. Тебе муж нужен, а Степке отец. Понимаешь, с таким графиком ты никого себе не найдешь. Мам, ну я не хочу себе никого искать. Просто ради того, чтобы искать. Прости. Хорошо. Хорошо, доченька, только не засиживайся, ладно? Ладно, я поговорю с шефом, чтобы он отпускал меня пораньше. Угу. Спокойной ночи. Побежали. Здрасте. Здравствуйте. Успели. Да, слава богу.
Кактус не любит, когда опаздывают. Но мне кажется, он просто порядок любит. Мадам, позвольте вам сделать комплимент. Ого. От остановки вы бежали, как горная лань. Ну хорошо, хоть не как коза. Я просто видел в окошко. Вы вообще не прочь, если я вас сегодня подвезу после работы? Здрасте. 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 Здрасте, Валерий Викторович. Я так понимаю, контракт готов, да? Так вы же мне его только вечером дали. Ну и что? Я даю вам время до обеда. Постарайтесь закончить. Хорошо, Валерий Викторович. Валер, интересная девушка. Уваров, мне кажется, ты с ней слишком суров. Так, это не твое дело. Нечего на нее заглядываться. Поехали, Миш, поехали. Нас ждут великие контракты и дела. Да, она мне нравится. Смотри, с девушкой. Но тебя это не касается. Девушка, неправильно, а? Да, Уваров, я тебе обещаю. Хорошо. Обещаешь? Так, Миша, поехали. Только пойдут. Ну, я не знаю, я не обещаю, правда. Мне нужно подумать. Добрый вечер. Ой, Ниночка, здравствуйте. Вы извините, я решил похитить вашу маму. На пару недель. Пригласил ее в путешествие по Золотому кольцу. Вы не возражаете? Конечно, нет. Ну и замечательно. Все, не буду вам мешать. Катенька, подумайте над моим предложением. До свидания. До свидания. Мам, ну ты что грустная такая? Ну все ж хорошо. Грустная? Ниночка, я не представляю, как вы тут без меня две недели. Нормально, мам, справимся. Ну правда. Но если что, Галка же вас подстрахует, правда? Ну, конечно, подстрахует. Ты с шефом поговорила? Поговорила. Ты сказала, что у тебя ребенок? Сказала. А как он к этому отнесся? С пониманием? С полным, мамуль. Правда? С полным. Ты себе не представляешь, как я рада. Давай скорее раздевайся, я на кухню, хорошо? Ну, теперь мне точно конец. Мам, а бабушка скоро к нам вернется? Да, мой сладкий, скоро вернется. Пообещай мне, что ты сегодня не задержишься. Я тебе клянусь. Степ, сразу после работы я тебя заберу. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже очень люблю. Пойдем. Привет. Девочку пропустим? Проходи, проходи быстрее. Заходи. Валерий Викторович, контракт готов. До свидания. Нина, подождите. Его нужно вычитать. Я же не могу правки внести. Испанский не самая моя сильная сторона. Валерий Викторович, я вас прошу, давайте сделаем это завтра. Дело в том, что сегодня, понимаете, меня ждут. На самом деле, я никак не могу опоздать сегодня. Да, я понимаю. Вы молодая, красивая женщина, и у вас есть личная жизнь. Вы знаете, я привык заканчивать то, что начал, а этот контракт я должен был отправить в Барселону еще до обеда. Так что давайте, или мы закончим то, что начали, или... Хорошо, я поняла. Хорошо. Давайте будем делать правки. Мария Ивановна, а сколько еще маму ждать? Ну, ты же знаешь, она часто на работе задерживается. Ну, подождем еще. Ты вон целый город выстроил. Молодец. Степочка, Степ, сыночек, здрасте. Здрасте. Извините, пожалуйста. Ой, ну что вы. Да, я знаю, я плохая мать. Мне на работе ни на что времени не хватает.
И со Степой ничего не успеваю. Перестаньте. Ребенку времени совсем не уделяю. Ой, перестаньте, все наладится. Вот увидите, и все пройдет, и это пройдет. Да что наладится? У меня такой шеф, что мне иногда кажется, что он не мужчина, а робот какой-то. И уволиться не могу, понимаете? Милая, даже не знаю, как вам сказать. Что, со Степой что-то? Нет, со Степой все хорошо. Но наш садик закрывается на карантин на 2 недели. В младшей группе ветрянка обнаружена. Только не это. Что ж мне теперь делать-то, а? И мама как назло уехала. Не паникуйте, у вас еще есть 2 выходных, чтобы найти няню. Господи, да где ж я ее найду? Где я ее найду? Мне и заплатить-то и нечем. Мама! Ура! Сыночка. Ну что ж, ничего не остается. Будем искать дня. У вас такой милый мальчик. Как жаль, что ему тоже когда-нибудь придется умереть. Я считаю, что самое главное – это передать ребенку позитивное ощущение жизни. Ну вот я. После того, как прошла реабилитационный курс в Центре помощи суицидникам, я чувствую себя совершенно другим, обновленным, позитивным человеком и готова нести этот позитив детям. Вот. Спасибо, мы вам перезвоним. До свидания. За дисциплину можете не беспокоиться. Я проработала 10 лет в женской колонии. Жалоб на мою работу не было. Побегов тоже. Галка, я близка к панике. Мне завтра на работу, а няни нет. А что такое? Да у этих у всех тараканов в голове табунами ходят. Ну а что ты хотела? За такие копейки, которые смотри, ты платишь, ни одна няня работать не будет. Ты думаешь, да? Ну, конечно. Пап, ну хоть ты посмотри. Маш, давай иди садись. Рисуй. Значит так. Бери его с собой на работу, и если что-то пойдет не так, я подсоблю. Ой, Галка, что б я без тебя бы делала? Пропала бы. Я про то же. Привет, Нина. Привет, Кирочка. А что? В садике карантин. Пришло взять с собой. Здравствуйте, Валерий Викторович. Да, доброе утро. Михаил Иванович был, только что вышел. Сказал, что будет позже. Прячу. Быстрей. Хорошо, спасибо, что предупредили. Спасибо. Заходите, заходите. Давай, давай, быстрей. Оп. Не понял? Вообще страх потеряли, что ли? Так, в садике карантин. Это Степа, Нинин сын. Как тут на подходе? Так что давайте что-то как-то придумаем. Да? Правильно? Так. Операция сын офиса объявляется открытой. Угу. Ниночка, раздевайтесь. Давайте сюда. Анатолий Сергеевич, меня зовут дядя Слава. Дядя Слава. За мной. Что ты сказал? Дядя Слава, мы куда? Давай сюда, ну. Угу. Все, сел. Здравствуйте, Валерий Викторович. Сейчас. Я тут. Доброе утро, Валерий Викторович. Что это было? Вы о чем? Я о лифте. Вы прекрасно видели, что я просил вас его придержать. Простите, ради бога. Видимо, я вас не заметила. В последнее время зрение что-то совсем портиться стало. Так сходите к окулисту. Я уже была. И? Сказал, что меньше сверхурочно работать надо, а то так от компьютера совсем могу ослепнуть. Очень смешно. Валерий Викторович. Не сейчас.
ночи даты из календаря. Я цепляюсь за нули и двойки, строю план на лето с января. И стираю все быстрее на бойке. Я бегу до колики в боку и глотаю ртом морозный воздух. То и дело липнут к каблуку. Из журналов вырванные звезды, звезды. Я не замечаю ни листвы, ни пузатых туч у горизонта. Мне бы прыгнуть выше головы и забрать ботинки из ремонта. И порой сама себе во сне обещаю сказку сделать былью. Но с утра смотрю на дождь в окне и снимаю крылья. Счастье есть, я хочу. Коллекционирую. А вообще, от стресса. А это кальций. Для роста волос, бороды и ногтей. Желаете? Нет, спасибо. Жаль. Похуже, если продлевает жизнь смех, и он очень нужен. Счастье есть, я хочу. А, баскетбол. Тренируюсь. Так, обвел одного. Пошел дальше. Здесь, вот, проход, выхожу. Давай, иди сюда, бросок. Трехочковый. Это было круто. Да. Может, мне надоест, я пойду и найду, знаю я, счастье. Степа, мой сын. Мне так неловко, одним словом, так получилось, в садике карантин, мама уехала. Нина, вы понимаете, что у нас здесь не детский сад? И что это издевательство над ребенком укладывать спать его в шкафу? Валерий Викторович, я понимаю, я уволена, я могу идти. Нет, вы ничего не понимаете, вы не уволены. Уж будьте любезны, проявите профессионализм и закончите начатое. У меня нет времени и желания искать нового специалиста. Вы не можете сидеть с ребенком. Вы работаете. Пусть это делает кто-нибудь другой. Например, его отец. А вот теперь разговор у нас окончен, и вы свободны. Да, я поняла. Валер, ты чего? Совсем с катушек слетел? Ты зачем Нину до слез довел? А затем? Нечего детей в шкафу держать. Чего? Ничего. Тихоня. У нее ребенок.
И муж наверняка есть. А при чем здесь муж? А? Я дурак. Так. Ну-ка, давай с этого момента поподробнее. Привет, сестренка. Алло, Галь. Да? Ты можешь заехать ко мне после работы? Что-то случилось? Да не, ничего не случилось, все нормально. Что с тобой, Нин? Галь, мне так плохо. Что такое? Ой, не знаю, что делать. Хоть увольняйся. Ниночка, держись, я к тебе вечером приеду. Ну ладно, давай. Давай, держись. Пока. Валер, не будь ты таким кактусом. Ну, привела она мальца. Ну, кому он помешал, а? Ты считаешь, держать ребенка в шкафу – это нормально? Валер, давай разберемся. Дело конкретно в Степке? Или в том, что после развода у тебя на всех детей какая-то хроническая аллергия выработалась, а? Нашел, на кого наехать. Просто после этой истории с Марианной. Я на чужих детей смотреть спокойно не могу. Как подумаю, что своей семьи не будет. Ладно, давай. Да. Ну, в общем, я пришла к нему в кабинет. Он меня отчитал. Что за человек? В общем, я увольняюсь, Галя. Слушай, ну вот с плеча рубить не надо. Ты вот лучше конфеты ешь и успокойся. Я, если что, Степку на работу с собой могу потаскать. Ну, это не с плеча. Тут либо я сама уволюсь, либо Уваров меня уволит. Других вариантов я не вижу. Как ты говоришь, Уваров? Что-то очень знакомое. Да. Уваров. Валерий Викторович. Мой шеф, мой кактус. Надо же. Прикольно. Нарочно не придумаешь. А у тебя случайно нет фотографии твоего шефа? Фотографии? Угу. Да, есть. Во время Покажи. Презентации, по-моему, фотографировали. Ой, где тут у нас? Ну что, нашла? Угу. Ну-ка, ну-ка. Да, вот. Смотри. Что? 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 Ой, слушай, что же я сижу у тебя? Меня Гоша просил за горчицей сбегать, а я... Галь, послушай, что ты несешь? Какая горчица? Ой, ну? Просто у самой в голове не укладывается. Не знаю даже, как тебе сказать. Что случилось? А давай на диванчик присядем. Я тебе сейчас. Нин, ты в общем держись. Это он. Не поняла? Донор наш, Уваров Валерий Викторович. Он же кактус. Степкин отец. Вот. Угу. Не может быть, господи, нет. Я сама в шоке. Как жизнь закручивает. Судьба, наверное. А я думаю, кого он мне напоминает все время? Да? Еще этот жест дурацкий.
волосы ерошить. Какой кошмар, слушай. А чё кошмар? Наоборот, мне кажется, у нас с тобой все отлично получилось. И Степка у нас какой красавчик. И этот вон, смотри, умный, состоятельный, красивый мужчина. Все прекрасно. Так он же теперь подумает, что я специально Степку на работу привела, чтобы потом его шантажировать. Нин, ну... Да мы как-нибудь ему все объясним. Нет, Галка, слушай. Ой, теперь точно надо увольняться. Так, успокойся давай. Ты работаешь нормально и работай себе. А я никому не собираюсь рассказывать, что этот Уваров Степкин отец. Слышишь меня? Нет, тема закрыта. Я увольняюсь. А мне кажется, это судьба. А от судьбы Нины не уйдешь. Да. Знаешь, дружище, я считаю так. Тебе надо жениться на женщине с ребенком. Возьми хоть эту нашу новенькую, Нину. Я же вижу, она тебе нравится. Кстати, Валер, не знаешь, она замужем или нет? Просто интересно. Я не знаю. Ребенок есть, наверное, замужем. Я не интересовался, она моя подчиненная. Ну, давай рассуждать логически. То, что есть ребенок, это еще ничего не означает. Это совсем не означает, что она замужем. Ну, сам подумай, ну вот. Она привела ребенка на службу. Почему? Потому что не с кем было оставить его дома. А? Железная логика. Так что дам я тебе совет, мой друг. Не теряй ее. Угу. И все у тебя будет хорошо. Угу. Ладно, завтра же с ней поговорю. Давай. Наслышан, наслышан. Нина уволилась, и мы снова остались без испанского переводчика. И без жены. Даже не попрощалась. И теперь я в глазах всех тиран, который выжил с работы мать-одиночку. Мать-одиночку. Сын записан на ее фамилию. Я чувствую себя конченным подлецом. Хорошо, что еще чувствуешь. Я не увольнял, она сама, вот смотри. Так надо ей позвонить. Давай, прям при мне, позвони. Позвонить? Ну да. Позвонить. Позвони. Вот. Сбросила. И это уже пятый раз. Ну, что бы ты хотел, а? Ты вспомни, в каком тоне ты вчера с ней разговаривал, а? Сделаем так. Ты сейчас не поедешь. Все объяснишь. Извинишься. И не забудь цветы купить. Да. Зачем? А затем... Тем, что она тебе нравится. Да. Молодая. Красивая. Одинокая. С ребенком. А в твоем случае это как бонус. Так что давай, не теряй времени. Все будет нормально. Никуда я не поеду. Господи. Она моя подчиненная.
Не хочет работать? Не надо. Распустились. Валерий Викторович? Могу поспорить, вы меня не ждали. Признаться, нет. Что-то случилось? Нам надо поговорить. Ну, конечно. Привет. Привет. Степан. Валерий. А я знаю, что у вас кактус зовут. Так, сейчас же иди игрушки собирай. Начинается. Простите, ради бога, ребенок. Нормально все. Я без Степана знаю, что я кактус. А, это вам. Ну, точнее, ему. Вам с ним. Ой, проходите на кухню пока, ладно? Я сейчас. Да, спасибо, спасибо. А вы заметили, что моя мама очень умная? Бабушка так и говорит, заполошенная. Ну, вы меня понимаете? Да, понимаю. И куда нам? Туда. Туда, хорошо. Ну ладно, вы чего-то тут скромничаете. Я пойду мультики посмотрю, а вы поговорите. Смышленый мальчишка. Нин, вы меня простите, я на самом деле люблю детей. Вы совершенно правы, детям не место в офисе. Дело не в вас или в Степке. Просто я... Я болезненно реагирую на детей. Но это просто потому, что у вас пока своих нет. Когда они появятся, я думаю, что вы не будете так болезненно реагировать. Не появятся. Почему вы так категоричны? Есть непреодолимые обстоятельства. В каком смысле? Ну, если не хотите, можете не говорить. У меня никогда не будет детей, я бесплоден. Вы в этом уверены? Я бы на вашем месте обследовалась. Каким образом? Ну, я не знаю. Но существует же масса клиник. Я думаю, вам стоит сходить, провериться. Нет, нет. В моей жизни уже была эта позорная процедура. С меня хватит. У меня даже семья из-за этого распалась. Моя бывшая получила часть моего состояния, уехала за границу, вышла замуж. Я ее не виню. Каждый имеет право на личное счастье и на полноценную семью. Я, к сожалению, не смог ей дать ни того, ни другого. Даже не знал, что вы были женаты. Ладно, бог с ним. Нин, вы... Возвращайтесь на работу. Да. Мне Степу не с кем оставить. Мама приезжает только через пару дней. Берите Степку с собой. Только обещайте мне его в шкаф не сажать. Нет, ну вы серьезно? Вполне. О, мне пора. Да, вот еще, Нин. Я хотел бы вас попросить дать мне несколько уроков испанского. Ну, я хотел бы через какое-то время с нашими испанскими коллегами сам как-то общаться. Ну, хотя бы на уровне «Привет, как дела?» Ну, ты, конечно, с удовольствием. Спасибо, значит, договорились. Все, жду вас завтра со Степаном на работе. И не опаздывайте. Степан, до свидания. До свидания. Вы к нам заходите. Да? Алло, Галка. Ко мне сейчас Уваров приходил. Уваров? Да. Да ты что? Говорит, что у него никогда не может быть детей, что он бесплоден.
Что значит бесплоден? Ну вот... Он тебе сам сказал? Ну да, сказал, что от него жена ушла, потому что у него никогда не может быть детей. Ты представляешь? Бред какой-то. Галка, ты ничего не перепутала, а? Да ты что? Ошибка полностью исключена. Я же своими собственными руками этот анализ делала. Точно? Ну да. Подожди секунду. Алло, Гош, ты детей спать уложил? Ну так иди укладывай, я сама дорежу. Да. Ты слушаешь? Так что у твоего... У твоего кактуса все в порядке по этой части. И в конце концов у тебя же Степка есть. Его ходячая копия. В общем, я сама ничего не понимаю. Сестренка, ты что-то напутала. Ты что, хочешь сказать, что у меня руки не с того места растут, да? Что я анализы не могу нормально сделать? Я тебе докажу, что твой начальничек еще тот бык-производитель. Что-то тут нечисто. Галка, я не знаю, ты знаешь, давай мы как-то все это, наверное, не будем больше продолжать, развивать. В общем, посмотрим, как оно все там будет. Ладно, пока. Мне понравился твой кактус. Мне тоже. Ну вот смотрите. Здесь последние показатели. Добрый день, Нина. Здрасте. Степка, привет. Здрасте, дядя Валера. Ниночка, мне вторую часть договора принесите, пожалуйста. Хорошо. Миша, на минуточку тебя. Так, раздевайся быстренько. Веди себя прилично. Не так прилично, что ну? Я ничего не понимаю. Вообще. Вот это да. Что это что было? Случилось? Куда? Ну, что куда ты? Так, так, так. Валерка, а... Что это только что было? Перемирие. Ты же сам советовал. Перемирие? Ну, ты шустрый. Не, ну я тобой горжусь. Правильную тактику выбрал. Путь к сердцу женщины лежит через ее ребенка. Миш, я никакой путь никакому сердцу не пробиваю. Угу. Сыночек, я сейчас пойду документы отнесу, а ты сиди меня здесь жди. Договорились? Хорошо. Все, давай. А где мама? Бумаги куда-то понесла. А? Машинки любишь? Люблю, особенно полицейские. Я, когда вырасту, буду служить в полиции. Ты знаешь, я когда был маленький, я хотел служить в милиции. Ладно, пойду, много дел. У меня тоже. Валерий Викторович, вот документы по последнему делу. Да, я подпишу. Кира, мне нужна детская полицейская машинка, желательно радиоуправляемая. Вы меня поняли? Кира, прием. А, я поняла. Хорошо, спасибо. Машинка. Понятно. Ну что, нравится? Очень. Огромное спасибо, дядя Валерий. Спасибо, Валерий Викторович. Ну, не надо было. Ну, знаете, пускай лучше машинкой занимается, чем мешает вам работать. Валерий Викторович, я даже не знаю, как вас благодарить. Ну, зато я знаю. Вы знаете, я бы хотел со Степаном и с вами вечером после работы сходить в кафе, мороженого поесть. Ну, как-то неудобно. Ну, вы знаете, я же должен как-то свою вину перед вами загладить. И вообще, отказ не принимается. Ну, тогда до вечера. До вечера. Привет. Это тебе на перевод. Угу. Ой, Нин, я так рада, что ты вернулась. Интересно, как это наш кактус так передумал?
Никакой он не кактус. Ты определилась? Да, я буду клубничной. Так, а что будем мы? Вот это, да? Отлично. Вы определились с заказом? Да. Мы будем... Шоколадное с кокосом. Да. А что будет ваша жена? Мама будет клубничная. Чудесно. Ой, как же все это успеть, а? Шеф, да. Звонили из питерского офиса. Завтра прилетают испанцы. Как завтра? Подождите, они должны в понедельник прилететь. Да, в понедельник. Там их секретарша из Питера. Она что-то там перепутала с датами. И что делать? Вам заказать билеты до Питера? А, нет, я не могу. Улетать, у нас сдача объекта. А, знаете что? Забронируйте билет на Михаила Ивановича и Нину. Хорошо. Валерий Викторович, ну я не могу, мне Степку не с кем оставить. Ну, я с ним побуду. В каком смысле вы? Нина, это очень важный для нашей фирмы контракт. Вы разбираетесь в деталях договора, и кроме вас по-испански никто не говорит. Я со своей стороны гарантирую, со Степкой будет все в порядке. Ну, дружище! Это так неожиданно. Ну что, останешься со мной? Запросто. Мам, соглашайся. Нет, ну я правда не знаю, но... Нин, это всего пару дней. А вы справитесь? Конечно. In el caso de su empleo constante, tu los medio prologic original... Les. Perfecto. Per favore. El quieros. Tu quieres? Нина, я никогда этого не запомню. Валерий Викторович, ну я только поначалу тяжело. Но я думаю, на сегодня достаточно уже. Да. Чаю? Да. Сейчас. Нина, давайте в нерабочее время с вами перейдем на «ты». И все-таки это так странно, что вы, что ты, мой босс, остаешься со Степкой в мое отсутствие. Ну, я ничего в этом странного не вижу. Тем более, что я сам это предложил, и мне не в тягость. Правда? Правда. Спасибо. Нина, можно вопрос личный? Попробуй. Отец Степана... Почему он не принимает участие в воспитании сына? Этот мерзавец вас сбросил? Ну, он вовсе не мерзавец. Просто он ничего не подозревает о существовании Степы. Но тогда это нечестно по отношению к нему. Я бы, например, очень многое отдал за новость о том, что у меня есть ребенок.
я думаю, что я когда-нибудь расскажу ему об этом. Но не сейчас. Я очень боюсь его реакции. Я понимаю. А отец Степана, он далеко? Гораздо ближе, чем вы думаете. Ты? Да, чем ты думаешь. А вообще, Нин, вы не волнуйтесь. Езжайте в Питер. Я за Степкой прослежу, все будет хорошо. En concreto, así es uno proyecto en los mercados internacionales por 43 millones de euros. Importe que además crece un 43% respecto al año anterior, impulsado por la consolidación del grupo alemán Hoftef. Estas obras ocupan el 43%. Алло, Валера, Валерий Викторович, después ну как вы там? Извините, мне надо поговорить. Нин, не беспокойся, у нас все в порядке. Вы позавтракали? Что у вас на завтрак? Яйца. Сейчас, секундочку. Мама. Мамуль, у нас все зашибись, мы тебя любим. Слышала? Все, пока, мы на работу опаздываем. Подожди, яйца? Какие яйца? Степка ж никогда не любил яйца. Ты знаешь, брат, вот что-то здесь не так. В моем детстве дети питались манной кашей. Не хочу тебя расстраивать, дядя Валера, но это было при царе Горохе. Современные дети это не едят. И не спорь со мной. Уверен? Абсолютно. Такая шутка у богов. Нам в руки как игрушку дать любовь. Угружайся. Ее ломаем мы и будто не при чем. Не глядим. И если склеить их не захотим, всем привет. Здрасте. То не сложится половинка ни по чем. Это собраска панель. Подхвачу, все починю, мне это по плечу.
Но если скажешь, я любовь раскалочу. Давай спи, чемпион. Дядя Валера, будь моим папой. Давай спи. Спокойной ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы с вами... Нет, мы не встречались. Мы просто с Ниной похожи, говорят. А вы Валерия, я так понимаю, да? Да. Галя. Очень приятно. А Степка спит? Передаю в ваши надежные руки. Угу. И Нина прилетает завтра утром. Завтра в 10. Да. Угу. Всего доброго. Да, до свидания. До свидания. Какой все-таки мужик, а? Вот Нинка дура. Ну, Гош, ну ты каким местом слушал? Я ж тебе сразу сказала, сегодня у Нинки ночую. За Степкой смотрю, да? Слушай, а может ты подъедешь? Ну, завтра утром в 7:30 сюда. Садик на карантине. Ну, не хочется на работу опаздывать. Спасибо, зайчик, спасибо. Ну, не скучай. Доброго вам утречка. Валер, это то, что я думаю? Да. Ну, старик, ты даешь. Сразу вижу, деловой человек, зря времени теряешь. Ну, покажи. Как думаешь, понравится? Безусловно. Да. Когда будешь предложение делать? Ну, я думаю, пускай она отдохнет после поездки в Санкт-Петербург. Но я тянуть не буду. Потом приеду и сделаю сюрприз. Я приехала. Ура! Мама вернулась! Привет! Ура! Весь испачкался, сынок. Привет, Нинка. А мы тут это, омлет варганим. Привет, Гоша. А где Галка? Ты за няню у нас сегодня? Галка на работе. Давай, быстренько держи, раздевайся и к нам за стол. Спасибо. Да, сейчас переоденусь и к вам бегу. Ну, как знаешь, Степка за мной. Угу. Поделишься? Конечно. Хорошо. Здрасте. Здрасте. А Нина Третьякова? Нинка, в душе. Проходи, чайку попьем. Ну, подождешь. Бутербродик с колбаской. Или как? Или как?
странно. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день, Валера. Я вернулась. Вижу, не слепой. Что-то случилось? Ну, видимо, да. Хотелось бы вас поздравить. С чем? Со счастливым воссоединением семьи. Я так понимаю, у Степы появился отец, и во мне нужда отпала. В каком смысле отец, Валер? Не Валер. Что ты несешь? А Валерий Викторович. Ну, хорошо, Валерий Викторович. Какой все-таки отец? Степин отец. Он сегодня утром открывал мне дверь. Так это не отец, это Гоша, муж моей сестры. Гоша. Муж сестры. Замечательно. Именно это дает ему право ходить с утра в расстегнутой до пупа рубахе. Гоша. Понятно. Да какая разница? Рано или поздно на пороге появится отец Степана, и я останусь как дурак, без тебя и без сына. Так что, как там говорят у вас в Испании? Адиос. Да будет тебе известно, что Степин отец никогда не появится. Потому что у меня с ним никогда ничего не было. Прекрасно. Прекрасно! Ты меня еще из идиота держишь, да? Степа, он что, из воздуха появился? Нет, Степа появился из пробирки. От искусственного оплодотворения. Потому что мне нужен был ребенок, но не нужен был муж. Но мне кажется, я правильно сделала, что ничего не сказала его отцу о ребенке. Потому что такого... упертого дурака, как ты, еще поискать надо. С меня хватит того, что сын на тебя похож. Я тебе и раньше ничего не хотела говорить о нашем ребенке. А теперь и вовсе не скажу. Что? 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 Что значит нашим сыне, а? Ты соображаешь, что ты несешь? Ты не только лицемерная женщина, ты еще лгунья! Это я лгунья. А ты? Ты знаешь, кто ты? Ты кактус. Ты всегда им был, им и останешься. А ты? Ты лживая насквозь женщина! Это же надо такое придумать, а? Наш сын. Это я лживая, да? А ты напряги-ка свою память, вспомни, где ты был 6 лет назад. Вспомни, центр репродуктивной медицины, ты сдавал там анализы? М? На что ты намекаешь? А я не намекаю. Я тебе прямо говорю, что Степа твой родной сын. Поэтому никакого другого папы у нас быть не может. Отпусти меня! Ты знаешь, что самое мерзкое в этой ситуации? То, что ты прекрасно знаешь, что у меня не может быть детей. Ты хотела меня уязвить? Тебе это удалось. Но тебе придется отвечать за свои слова. Пошли. Куда ты меня тащишь? Я тебя тащу. Тот самый центр репродуктивной медицины. И ты сейчас все повторишь доктору. А после этого я сотру тебя в порошок. Хорошо. Я с удовольствием туда поеду. Потому что я хочу посмотреть на твое лицо, когда ты увидишь, что ты просто дурак. Он мне еще говорит, что я лгунья. Давай, давай, за мной. И я еще и интриганка. Нин, ну Галя, что? Я не знаю, что теперь делать. Здравствуй. Твоя сестра. Да. А я думаю, где я вас видел, а? Да, вот она тебя всему научила? Я вам сейчас все объясню. Это заговор. Что ты молчишь, а? Что ты молчишь, Валерий, а? Валерий, вы успокойтесь, пожалуйста, а то кто-нибудь полицию сейчас... Полиция, это очень хорошо. Полиция, это замечательно. Нина. Это попахивает уголовщиной. Пускай приедут и разберутся. А кого-нибудь потом соберут, это мы увидим. Да
доктор у себя? Да. Где? Там. Спасибо. Валерий. Доктор, вот эта женщина утверждает, что у нее от меня ребенок. Как это может быть? Добрый день, Валерий Викторович. Тебя не удивляет, что прошло столько лет, а он помнит твое имя? Помолчи! Как это может быть? Объясните! Да, доктор. Да, доктор, вы, пожалуйста, сейчас объясните, как у мужчины с такими результатами анализов вообще может быть бесплодие. Нина-то меня просила не вмешиваться, я не удержалась. Я нашла его медицинскую карту, и не зря. Собственно говоря, что здесь происходит? Вы знаете, доктор, мне кажется, здесь происходит крах вашей медицинской карьеры. Я вас не понимаю. Значит так, доктор. Я собираюсь пройти повторное обследование в другой клинике. И если мой диагноз не подтвердится, я вас... Я вас в прокуратуру сдам, пусть она с вами разбирается! Не кричите, Валерий Викторович. Вам ясно? Доктор, может, вы посмотрите результаты? В этом нет необходимости. Я прекрасно знаю, что я там увижу. Кто бы сомневался. И должен сказать, что в отличие от вас, у вашей жены были иные планы на жизнь. Что вы хотите этим сказать? А только то, что рождение детей не входило в ее планы. Она принимала противозачаточные препараты. Этого не может быть. Анализ крови это показал. И ваша жена умоляла меня не говорить вам об этом. То есть у меня могут быть дети? Да. Доктор, вы понимаете, что по вам тюрьма плачет? Ну, скорее, могила. Знаете, я старый человек. Простите меня. Простите. Ян Карлович, карту верните, а то я вас знаю. Ну вот, все и прояснилось. Нина, Нина. Ты понимаешь, что после того, что вы с Галиной со мной сделали, ты как порядочный человек просто обязана на мне жениться? Ты делаешь мне предложение? А ты пойдешь замуж за кактуса? Ты мой самый любимый кактус. Сынок, все в порядке? Вы посмотрите, что прислал дядя Миша. Пап, твой кактус зацвел. Зацвел. Да. Ну что скажем ему? Давай потом, после церемонии скажем. Давай сейчас. Эй, мам, пап, что вы там секретничаете? Да. Степка, ты хочешь братика или сестричку? Так у меня будет брат? Ну, лично я настаиваю на сестричке. А лично я не возражаю. Ура! У меня будет сестра! Так, все. Пора. На выход. Все, побежали. Давайте. Машина ждет. Цветы! Цветы забыли! Давайте-ка все! Сейчас откроем шампанское! Давайте все дружно скажем! Горько! 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 Горько!
Валерочка, Кир, да.